Привет, друзья! На связи с вами вновь Куликов Сергей и сайт focusatmoryka.ru. В этом видео мы подводим с вами итоги конкурса «Лучший комментатор» по итогам, значит, апреля месяца. Да, кстати, пользуясь случаем, сегодня 1 мая, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с этим праздником и сказать, что колоды будут отправлены только тем победителям, которые являются рабочими или крестьянами. То есть, если вы студент или школьник, и вдруг случайно вы окажетесь в списке победителей, то, извините, вы в пролете. А колоды будут отправляться только после того, как будет предъявлено рабоче-крестьянское удостоверение. Ну что ж, друзья, давайте перейдем на наш стол, откроем сундучок моряка и посмотрим, кто же стал счастливцами месяца апреля. Ну что ж, друзья, по поводу рабоче-крестьянского удостоверения я, конечно же, пошутил, я думаю, все поняли. То есть колоды будут отправлены победителям, независимо от их социального статуса. Будь вы школьник, там студент, рабочий, крестьянин или еще кто-то, колоду свою вы получите. Ну что ж, теперь давайте озвучим тех людей, которые стали лучшими комментаторами за апрель месяц 2015 года. Итак, место номер 3. Комментарий, который занял 3-е место, это пользователь с ником Дмитрий Тодоров. Дмитрий Тодоров и его комментарий к видео «Отсчет Алекса Элнсли», он же Элнсли Кант. Итак, что же у нас получает Дмитрий? А Дмитрий у нас получает колоду Bicycle Jumbo. Колода Bicycle Jumbo точно такая же, как и Bicycle Standard, только с увеличенным индексом. Итак, Дмитрий Тодоров получает у нас Bicycle Jumbo. Итак, место номер 2. И пользователь с ником Сергей Василенко. Сергей Василенко и его комментарий к видео «Одна тасовка Эдди». Ну что же, давайте посмотрим, что получает у нас Сергей Василенко. А Сергей Василенко получает у нас такую вот колоду Талихо в синем исполнении. Да, кстати, Сергей, хочу сказать, что если вы не против, я могу снять обзор на эту колоду, потому что, я думаю, многим ребятам было бы интересно посмотреть. У меня лично такой колоды нет, поэтому если вы даете свое разрешение, я открываю эту колоду и карты достаю всего лишь 2 раза. Первый раз я сам присматриваюсь к этим картам, смотрю, что у них там интересненького. Второй раз я их достаю уже на камеру, после чего я их также упаковываю и отправляю вам. Если вы согласны, то в комментариях напишите, что вы согласны. Итак, Сергей Василенко, место номер 2, колода Талихо. Итак, место номер 1. И комментарий, который, просто вот парень постарался, придумал такое стихотворение классное. Я аж прям, моя прям вот моряцкая душа пустила прям вот скупую слезу. Итак, место номер 1, это пользователь с ником Евгений Есин. Именно Евгений Есин занимает у нас 1-е место. Итак, Евгений Есин написал комментарий к фокусу Трио. Давайте посмотрим этот комментарий. Итак, что же получает у нас Евгений? Евгений из сундука моряка получает вот такую вот колоду Bicycle Chost, Bicycle Призрак. Евгений, то же самое, если вы не против, я сниму обзор на эту колоду. У меня такая колода есть, но она уже вся старая, задрипанная, с новой будет, конечно же, интересней. То есть, опять же, открою коробку 2 раза, первый раз сам посмотрю, второй раз уже на камеру. Если вы не против, напишите в комментариях, что вы не против. Казалось бы, все, но нет, друзья мои, остался еще один человек. Остался тот человек, который был самым активным по итогам апреля месяца. То есть тот человек, который постоянно что-то делал на канале. Итак,
Человек, который стал у нас самым активным в этом месяце, это пользователь с ником Funny Kiwi. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, кто у нас стал самым активным подписчиком в апреле месяце 2015 года. Сейчас у нас уже 1 мая, на часах 1:00. И давайте я зайду в раздел «Поклонники» и посмотрю, кто у нас был самым активным за апрель. Так, выбираю «Упорядочить по активность пользователя». И на первом месте у нас пользователь с ником Funny Kiwi. Ну что ж, мои поздравления Funny Kiwi. Теперь давайте вернемся и вручим ему приз. Итак, что же получает у нас пользователь с ником Funny Kiwi? А Funny Kiwi из сундука моряка получает вот такую вот колоду Bicycle White and Silver. Очень, кстати, прикольная колода. Уважаемый Funny Kiwi, если вы тоже не против, я открою и сниму обзор на эту колоду. После чего отправлю, конечно же, вам. Должен сказать, что в этой колоде есть одна очень прикольная особенность. Вот если добро даете, значит, я об этой особенности расскажу и покажу. Итак, друзья, вот они, наши победители за апрель месяц. Дмитрий Тодоров, Сергей Василенко, Евгений Есин и Funny Kiwi. Друзья, сейчас хочу внести небольшую ясность. То есть, некоторые ребята часто, частенько попадается такой вопрос, то есть, Сергей, а когда будут еще конкурсы? Ребят, конкурс, он идет постоянно. Он идет постоянно, просто я победителей дроблю по месяцам. То есть, не надо спрашивать, начался конкурс или не начался, а он идет. Второе. Некоторые пишут, Сергей, когда выйдет новое видео, я придумал хороший комментарий. Друзья мои, вы можете писать комментарий к абсолютно любому видео, не обязательно ждать, когда выйдет новое. Вот нашли какой-нибудь мой видеоролик, где я там с картами что-то показываю, комментируйте, ради бога, я никаких запретов не даю. Единственное, что комментарии не учитываются в тех видео, где я делаю какие-то объявления. Как, например, когда я объявляю о старте конкурса или просто какие-нибудь объявления, например, о том, что там на канал или на другом начался розыгрыш карт. Вот эти видео не подходят. А все остальное, где я что-то с картами показываю, фокусы, трюки, флориши, ради бога, комментируйте. Надеюсь, в ясность внес и больше таких вопросов не будет, потому что, если честно, устал на них уже отвечать. Ну что ж, друзья, на связи с вами был Сергей Куликов, он же моряк. Если ты до сих пор не на моем судне, то кликай по иконке с изображением корабля и поднимайся ко мне на борт. Ну что ж, всем пока, удачи и до встречи в следующих видео.